Анатолий Левит вместе с коллегами из Запорожстали готовится к поездке в Мариуполь. Настроен оптимистично. Сегодня с хорошим настроением. Такая замечательная погода нас провожает в такую замечательную дорогу. Будем надеяться, что все будет хорошо. Едем помочь, поработаем. По приезду в Мариуполь, в частности, в микрорайоне Восточном, картина открылась угнетающая. Разрушенные дома и дороги, сгоревшие дотла автомобили. В результате обстрела повреждено 7 объектов образования, в их числе и детский сад «Джерельцы». В это окно детского сада номер 160 залетел снаряд. В результате полностью разрушен пищеблок, межкомнатные стены, от взрывной волны пострадали оконные рамы и многое другое. Как мы видим, здесь уже установлены новые окна. В целом, силой представителей промышленных предприятий Мариуполя и Запорожья восстановительные работы на сегодняшний день выполнены на 70%. Восстанавливаем второй этаж детского садика, в котором повылетали все стекла. Комбинат «Запорожсталь» привез, вот на улице видно 4 пачки стекол. Мы сейчас с мальчиками вынимаем осколки, режем новые стекла, вставляем, остекляем, ставим новые штапики. Конечно, глядя во все это воочию, что происходит, на самом деле немножко жутковато, и холодок немножечко по рукам пробежался. Результат работы металлургов налицо. Остеклены все окна левого корпуса детского сада. Навели порядок внутри и снаружи здания. Приятно осознавать, что все-таки мы приехали помочь не только на словах, а помочь своими силами, помочь людям, которые в этом нуждаются. Адресную помощь оказали 150 семьям, пострадавшим от артобстрела. Накануне подразделения комбината «Запорожсталь» собрали теплые вещи, закупили порядка 2 тонн продуктов питания. Мариупольцы говорят, 24 января пережили большое потрясение. И целый день тут и плакали, и бегали, не знают, что делать. Вот. Я как раз вот в этом месте был, тут упал на пол. Ну что-то так не здоровилось. Я прилег, и в этот момент взрыв. И вот это меня стеклом засыпало. Я в этой комнате был. Все это на меня полетело, и камни, и стекло. Запорожталевцев встречают с радостью. Для них большую роль играет не только материальная, но и моральная поддержка. Будем поддерживать, как сможем. Спасибо. Я очень доволен, рад. Большое спасибо вам, коллективу молодому. В некоторых домах снарядом пробило крышу. Вместо окон – зияющие дыры. Запорожские волонтеры не отказывали в помощи и местным жителям по наведению порядка в жилых помещениях. Приехали люди из Запорожья помочь Мариуполю. Очень все добрые, все добродушно относятся к нам. Я общался с ними немножко так до вас. Люди с добротой и с чистой совестью хотят Мариуполю помочь. Конечно, чтобы у них такого не было, как у нас произошло. Но я думаю, что это первый и последний случай, что у нас в стране будет мир. Восстановительные работы проводили без перерыва, несмотря на то, что в это время велся обстрел окрестностей Мариуполя. Были слышны залпы тяжелой артиллерии. Запорожталевцы говорят, нет чужой беды. Оказывать необходимую помощь пострадавшим и поддерживать их в трудную минуту будут и в дальнейшем.